Так, ну, надо вспомнить, что мы делали. С этим могут возникнуть некоторые трудности. Так. Зона соприкосновения. Сектор обслуживания. Хорошо. Отличная оборона. Это... Это не то, куда я не мог попасть все это время. Потому что, по-моему, то. Ну-ка. Так, карта на тап. Так. Но это не то место. Ну, давайте, я предлагаю пойти все-таки пока по... Господи, когда-то я эти все кнопки запомню. Так, мне нужно переключить миссию, зона соприкосновения, и мы пойдем в сектор обслуживания. Мы там уже были, но, наверное, мы там что-то новое сможем найти. А, у нас еще 7 способностей. Так, захват. Ну, мне эта штука вообще не видится как что-то полезное. Захватывать дополнительного врага. Захватывать тяжелых врагов при низком уровне. Здоровье. Мне бы вот было интересно больше прокачать не продолжительность захвата, а скорее нижнюю границу здоровья, в которой, ну, с которой мы можем захватывать. Так. Давайте лучше прокачаем урон метания. Ячейка дополнительного персонального мода, это хорошо. Метайте гранаты и ракеты обратно во врагов. Вот как это работает? Нас научат, надеюсь. О, метайте легких врагов при низком... Вот это то, что я спрашивал. Метать врагов можно? Держивайте и метайте до 3 объектов. Вот в телекинез я бы качался. А это что? Все дополнительно идет, типа? Я думал, это плюс 25% урона от метания в плане... Ну, у нас было 100, стало 125. А это плюс 50, это значит не линейно плюс 50, а в плане, что вместо плюс 25 стало плюс 50, то есть... Плюс 150 в итоге. Не плюс 150, а всего 150% в итоге мы наносим урона. Но, похоже, это складывается. И если это складывается, то это имба. Это очень жестко получается. Ну, рукопашкой я не пользуюсь почти. Но... Давайте я все-таки для начала прокачаю энергию. Все-таки, мне кажется, энергия — это вещь очень полезная. Астральные конструкты. А, ну да, форма оружия. Вот мы можем? Да, мы можем. Охватку лучше не можем, но можем сконструировать кумулятив. А, давайте. А мы. Мы можем поменять. В менюшке это просто вроде. Снаряжение. Да. Место вращения. Кумулятив. И здесь... Ну, давайте сначала посмотрим, что он из себя представляет. Вау. Вау. О! Это... Типа такой... Это типа такой дробаш, но... Заряживающийся? Заряжающийся? Или это снайперка такая? Не очень понятно. Ну, в любом случае, я пользуюсь в основном хваткой, поэтому не вижу причин не попробовать. Так, ритуальное... Это то, где мы сейчас, да? Нам нужно обслуживание. Вот сюда получается.
А, стойте, так это же то же самое место вроде, в котором у нас другой квест. Правильно или неправильно? Или же что-то путаю? Так, карта. Маршал что-то знает о Дилане. Он здесь? Он в порядке? Ладно, сначала РУГ. Устройства помогут всех спасти, включая Дилана, когда я найду его. Ты сможешь защитить его, как защищаешь меня? Так. Сюда. Опять надо все кнопки вспомнить. Здесь мы, наверное, все смотрели. Ну, я помню, что я здесь пробежался так без энтузиазма особого. Но что видел, то собирал. Так, а здесь что? Здесь просто закрыто. Окей. Так, подождите, это же лифт. Нам и нужно сюда. А как? А, возможно... Возможно, это на другом этаже. Только, а этот лифт куда ведет? А, вот, сектор обслуживания. Я не на тот этаж телепортировался. Так, враги попытаются выкурить вас из укрытия с помощью гранат. Ну да, я это замечал. У них это достаточно хорошо получалось. Так, вот здесь, да? Нет, да? Тут все еще закрыто. Продолжать идти в направлении. Так это вот в эту сторону. А, да, ну да. Вот это как раз то место. Тут будут враги. Нет, там будут враги. Блин. Не повезло. Так, ну давайте. С первого раза я не особо понял, насколько она эффективна. Ого. Там опять сущность. В виде гномика. О, ну она его ваншотит. Уф, даже с щитом чувака ваншотного. Так, ну... Звучит клево. Выглядит. Так, тут четвертый уровень доступа. Даже, в принципе, на ближней дистанции можно этой штукой пользоваться. Ну, с другой стороны, наверное, удобнее все-таки пистолетом. На ближней дистанции. Но вот вдали... Ой, что это такое за свет-то? Угу. Так, окей. Ну хорошо, теперь мы, наверное, не будем убивать. Падаем вниз. Нам здесь дадут пройти. Или не дадут. А что делать-то? Я что-то не понимаю. Так, может быть, у нас в миссиях что-то написано? Так, при обслуживании, чтобы добыть больше призмы из черного камня. Она обещает рассказать Джесси все, что ей известно о Дилане, как только производство РУГ будет запущено снова. Хм. Ну вот, отличная оборона. Это тоже здесь, правильно? А, нет, это в другой стороне. Это как раз в той стороне, куда я не могу пройти. Из-за шумов. Но сюда я тоже не могу пройти.
А, мы можем дэшиться три, ну, типа, подряд. Я этого не знал. Думал, что мы можем только один раз дэшиться. Ну, тогда это, в принципе, наверное, возможно. Хотя, ну, я вроде достаточно, там, аккуратно прыгнул. Так. Ну, сейчас мы, я думаю, просто пробежим мимо этих чуваков, если они там возродились. А мы опять не на том этаже вроде, да? Ну да. Так. Так, ну давайте я все-таки попробую. Давайте, открывайте. Так, ну, теперь надо как-то... Ну, как бы мне высоты не хватает, чтобы туда допрыгнуть. Что мне делать-то? Так, ну, попытка номер три. Ну вот я дропаюсь, пока дэшусь в воздухе. Не знаю, что, как, зачем. Ну, единственное мое предположение пока что... Это... Что нам нужно побегать по другим локациям и найти там какой-то... скилл, который нам поможет, типа левитации. Ну вот, не знаю. Ну, кстати, вот на кумулятив можно что-нибудь повесить. Энергия за попадание в голову. Ой, интересно. Или урон при попадании в голову. Просто усиление урона. Давайте, хотя нужна нам энергия, она и так восстановится, пока мы стреляем. Вот давайте просто 15% урона повесим. Вот, мы можем персональный мод повесить какой-нибудь еще. Энергетическая стоимость, ага. Скорость захвата плюс 52%. Это уже интересно. Восстановление здоровья повышенное. А, да знаете, я, наверное, просто еще одно улучшение здоровья возьму. Пока что для меня это такой самый ценный параметр. Потому что мне вот чаще всего именно запаса здоровья не хватает. То есть подлечиться-то я подлечусь. Да и урон... Ну, урона мне хватает, в принципе. Но... Вот именно здоровье не всегда. Так, ладно, давайте... Я пойду на точку контроля. А, хотя нет, я пойду не на точку контроля, а в лифт, наверное. Вот тут должен быть лифт. Так, а вот этот... Шелтер мы осматривали? Нет, не осматривали. Оба. Мод оружие осколочное. Что-то там. Так, а это лифт, он везде меня? А, нет. Он тут просто местный. Окей. Камера очага. С камеры очага мы тоже, по идее, пройти никуда не можем. Хм.
Так, ну, сейчас план тогда дойти до точки контроля. И оттуда уже плясать. Так, ну давайте переместимся в отдел управления. Да, вот в центральный отдел. И оттуда уже на лифте поедем куда-нибудь. Посмотрим, куда там можно. Мы не слушали. Это Лин Сальвадор, начальник службы безопасности. Даю официальное распоряжение в связи с апрельским инцидентом. Дело 21HQ593. Неправильное использование измененного предмета музыкальный автомат привело к двум жертвам. Двое агентов использовали музыкальный автомат для проникновения в соприкосновение карьера с целью ненадлежащего поведения на рабочем месте. Неделю спустя их тела обнаружили на базе структуры. Так мы узнали, что музыкальный автомат не возвращает трупы в конце композиции. Теперь автомат размещен в секторе управления. Он больше недоступен для персонала с низким уровнем доступа. Новое место с интенсивным движением предотвратит его неверное использование, но сохранит доступ для экспедиционных команд. За дополнительной информацией обращайтесь ко мне. Так, а здесь третий уровень доступа. У нас он есть. У нас, может, и четвертый есть, только я забыл. Так, эта музычка просто должна быть. Так, а это что? Оу. Какой-то автомат музыкальный. Это, может, тоже предмет силы какой-то. Но, похоже, мы пока что ничего с этим не можем сделать. Ладно, не можем, так не можем. За вами не следовали шумы? Да нет, вроде. Они вроде на лифте пока не научились ездить. Так, ну давайте, где мы не были? Сектор содержания? Везде мы уже были вроде, кроме сектора содержания. Хотя, может, сектор содержания это первый этаж вообще? И типа... Ничего такого я не могу сделать. Ну. Сектор содержания. Паноптикум. Измененных предметов. Тюрьма строжайшего режима. Они опасны. Как всегда, комментарии Тренча очень полезны. Да-да, ребят, сейчас я с вами подерусь. Вон, тут уже четвертого уровня, ребята. До этого мы, по-моему, только третьего видели. Оу. Все. Больше желающих пока что нет. Тут много куда можно зайти. О, вижу. Так, теперь вроде все. О. Напоминаем, все документы, внезапно ставшие на этой неделе розовыми, светло-красными или принявшие промежуточный оттенок, следует немедленно сжечь. Невыполнение требования приведет к уничтожению и телесным повреждениям. Благодарим за внимание. Эй. Энтропическое эхо. Ну, как бы материалы набираются. Я за этим особо не слежу. Но потом их использую. Оу. Лучики такие. Из-за жалюзи. А если я его уничтожу, то
Подождите. Что-то не так. Ого. Видимо, я просто не заметил. Хорошо, так. Что тут еще есть? О. А я думал, нам вот сюда. А, это шелтер. Ну тогда сначала в шелтер. А это тоже сюда. Так, ну давайте возьмем нашу снайперку. А это им не нанесло урон, да? О, там какой-то снайпер. Или что-то такое. Это ему прилетает. И мне прилетело. Так, ну... Обычных чуваков просто убьем из пистолета. Бам. Уф. Что там так взрывается? Здрасте. Я оттуда могу присосать. Телекинезом что-то. О, здрасте. Вот точка контроля. Это я люблю. Люблю стены всасывать. Так. Ага, стены всосались. Теперь мы как раз можем сюда пройти. Ребята, у вас компьютеры не очень хорошо закреплены. Тупо пришел, бардак устроил. Часики стоят. Так, где я? Ё-моё, вот эта карта. Какие-то голоса постоянно. Они на русском. Не хочется мне пока туда бежать. Давайте пока здесь погуляем. Так, шелтер. Удаленная мысль. Что тут такое валяется? Книжечка. Так, свет включился. Тут сущность в виде гномика где-то, видимо. Читаю, что у них там. Ну да. О. Так, ребят, не надо. Ваншоты мне нравятся. Давайте вот эту сущность тоже не ваншотнем, но быстро убьем.
Так, я уже конкретно потерялся. Мы вроде никуда не ушли, просто кругом как-то пробежали. Я уже запутался. Так, это туалет, надеюсь, да? Мое любимое место в этой игре. А в туалете есть зеркала-то? Почему в туалете нет зеркал? Почему я должен смотреть на кусты, когда я мою руки, а не на себя? Хочу смотреть на себя. Да? Ты кто такой? Кому-то нужна... Кому-то нужна помощь. Что с вами случилось? А, попал в передрягу. Я Горовец, я... С ним все будет в порядке? Не смотрите на меня так, я в норме. Но Уэлл все еще там, вы должны его вытащить. Уэллс это кто? Мой сослуживец. Мы охотились на сбежавший измененный предмет. Дошли до часов. Часов? Зона соприкосновения. Бюро отмечало ее много лет назад из-за часов. Мы вошли туда за предметом силы, но так, как он вел себя, мы не были готовы. Я и Уэллс единственный, кто добрался до шнура гостиницы. Он шел прямо за мной, но так и не появился на этой стороне. Я найду его. Но сначала приведу медиков. Уэллс, медик... Пожалуйста, Везло. Вытащите его оттуда. Я буду в порядке, реально. Руб может залатать меня позже. Хорошо. Я вернусь за вами. Я чертовски надеюсь. Просто воспользуйтесь шнуром гостиницы, он приведет вас к часам. Извините, соприкосновение. Угу. Так, ну, прежде чем дернуть шнурок, давайте откроем шелтер. И посмотрим, что тут есть. Персональный мод повышение здоровья. Ну-ка. Он лучше, чем у меня. Да, плюс 25. Отлично. Хорошо.